Ой, что я сделала? А, выход из сессии почему-то. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Юля вернулась, ребята. Да, потому что Женя не смог пройти Outlast. Он подорвал свою психику, хоть и нас всех и повеселил чуть-чуть. Так, а почему я... Я хочу в онлайн. Я не хочу играть за Нигера. Да, Нигер вообще... В GTA-шке, по-моему. Не, меня просто, по-моему, выкинуло из онлайна почему-то опять. А ты умеешь сама переподключаться? К чему? Ну, в онлайн. Ну вот, я сейчас захожу сама. Окей, молодец. Конечно. Все, Женю выгнали с наших стримов. Не умеет он в игры играть. Теперь Юля у нас. Ну, конечно, не умеет. Ну, куда это годится? Он месяца 4 назад проходил Outlast тоже и дошел ровно до этого же момента, и все. Вот эти вот генераторы, наверное, сломали ему психику. Ну и как бы все. Слушаю Джонни Кэш. Прям... Кстати, есть еще одна прикольная песенка Джонни Кэша, я вот вспоминал. Да, я Кэш, вспоминал Кэш. Вообще, откуда я его слышал. Называется... Сейчас. Да, вот она. А, сейчас скину название ее. А, что скину? Я ее в группу залью. Женя фанатеет от Джонни Кэш. Ну, он клевый, да? Да. Мне даже кажется, что он немножко воображает себя им. Джонни Кэшем? Ну, по крайней мере, что? Ну, воображает себя Джонни Кэшем? Да. Вообще нет. Ну, согласись, в глубине души ты как-то все-таки думал, что ты это он. Добавил ее еще одну песенку Джонни Кэша. Просто я ее на одном ролике, ну, монтировал у меня товарищ давно-давно еще с Зомби Феста в Питере. Зомби Фест? Да, у нас. Что это такое? Сейчас расскажу. И добавил эту песенку. Когда Женя наиграла, я думаю, что-то знакомое. Ну, то есть интонация и все остальное. А это вот что она оказалась. Зомби Фест у нас в Питере проходит такое мероприятие. Люди гримируются, а ты не видел фотографии? Что-то я смотрела, ты такая же подумала, что это Хэллоуин, что ли? Нет, это на Хэллоуин у нас там другая атмосфера. А, то есть у вас постоянно там какая-то движуха, да? Не, ну Хэллоуин это просто наша там с нашими друзьями мы собираемся, а зомби-фест это такое мероприятие, ну флешмоб по сути, да? Человек тысячи две, наверное, собирается там. Человек 200, типа, люди выжившие, ну, они там в пляжах, там, с оружием, там, и все такое. А остальные, там, 1800 гримируются в зомби, переодеваются, там, с бензопилами, там, с топорами в руках, там, вот кто-то с прутом из груди торчащий. У вас не было еще несчастных случаев? Да не, все вроде норм. То есть люди не выходили вас убивать? Нет, вроде было прикольно. Это причем было на Василеостровском, на Ваське, парк остров, вот там рядом. Ну, там, где парк развлечений. В общем, было клево. Было реально клево. Так. Снять грустняшку, видео на фоне песни какой-нибудь игры самой там. Окей. Ночной чатик, да, ребят, ночной чатик, именно так. Питер Дворец, так. Ой, а куда это я приехала? Тут какие-то фуры ездят. Да, это песенка... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, пипец, я упала. Я упала в воду. Что это? Это Слизнюк из Футурамы. Что? Ну там в чатик, да нет, в чатике скидывают Слизнюка. Боже мой, как я еще так хорошо плыву? Ну вот и как мне теперь добраться? Попробуй, не проще помереть? Или у тебя денег много налички? Нет, у меня наличка, сейчас у меня ничего нету. Ну просто помри тогда под водой. Нет, я не хочу, я не буду сдаваться так легко. О, лестница! Ты же не Женя. Вот да, ты... Женя? Он теперь будет... Мы теперь тебе будем до конца вообще времен припоминать этот стрим. Конечно. Так, машину я уже утопила. Окей. Женя, а? Ты знаешь, что у каждого стримера есть стрим, за который ему стыдно? Я тебе серьезно говорю. Я понял, о чем ты. Видимо, это был намек.
Легкий вот, такой. Это тебя с посвящением. Да. Ну. Так, я не хочу вызывать такси, я хочу сама найти себе машину. Я же самостоятельная женщина. Так, фура от меня уезжает. Так, наверное, я сейчас найду машину, и мы поедем все-таки в стриптиз. Вот, я ее уже почти нашла. Давняя мечта, Нили. Какая? Стриптиз? Ну, сходить в стриптиз, да. Или ты уже ходила? Ну, я, конечно, посещала его втайне от вас. Ну, так вышло, мне было очень не втерпеж. А пометки 18+, у нас еще не было. Поэтому пришлось вас обломать. Ну, и игра, в конце концов, 18+, поэтому... В принципе, да. Прям душевно. Да, душевно. Ну, МГС вообще так. Тут страдают нигеры и... Вечно какие-то убийства. Сейчас я поставлю себе пометочку на карте. А то я так не... О, у меня опять звездочка какая-то. Надо будет потом... Съездить на звездочку. Так, туфелька. Все, поехали. Дорвалась. Точно. Меня прикалывает, что тут если... Ну, как когда трогаешься с места... Джойстик так вибрирует, прям чувствуется, как двигатель начинает работать. Это прикольно. Вот вообще DualShock 4 сделан действительно классно. Ну, вот, подержай его просто в руках на Игромире, там, еще на всяких... Третий вообще мне не нравится. Ну, он обычный. Там, да он вообще простой. От Xbox джойстик, конечно, гораздо круче. Ну... Не знаю, то есть мне Xbox-овский джойстик вообще как-то... Как а мне стоит? Очень даже. Ну, я Sony Boy. У меня ее нету, но тем не менее. Почему мир так жесток? Вот так вот. Да, ребят, уберите беременных детей и старых женщин от экранов. Беременных детей? Ну, 18+, же. Беременных детей, ты понял, что ты сказал? Ну, вы поняли меня. Беременных детей. Я думаю, у нас даже нету такой публики. Поторопи Жеку? А что его поторопить? Жека, я тебя тороплю. Зачем? Жека? Я не знаю, зачем. Тороплю. Я попросил. А, может быть, там кто-то очень, ну, смотрит... Один. Может быть, просто кто-то смотрит стрим с очень большой задержкой? Коктейль «Идиот». 50 миллилитров. Я понял твою шутку. Я понял. Что-то. Она смешная. Я немножко слоупок. Так. Вот Юля так пьет, бля. Ей по хуям, что она пьет, главное... Что? Коктейль «Идиот». 50 миллилитров Хеннесси. Приват-резерв. 1865 года и 150 миллилитров Кока-Колы. Ну да. Ну да. И что в этом такого, я не понимаю. А на ГГ стрим... Нет, на ГГ стрима нет. Ой, а куда это я прошла? Куда-то не туда, куда надо. Иди за пупу. Я прошла куда-то... Нет, это тоже интересно, я тут еще не была. А вдруг я тут смогу стать стриптизершей? Я хочу узнать, чем живут эти развратные девочки. Так, а может быть тут есть касса или что тут есть? И тут есть комп. Нет, он мне не нужен. Ну вообще, по-моему, стриптиз можно ограбить. Да? По-моему, как. Ну, а я, где? По крайней мере... Типа бар? В офлайн режиме я грабил. Блин, ну я, конечно, не рискну сейчас его грабить, потому что у меня нет мотоцикла. На мотоцикле очень удобно уходить от полиции. Правда, на Xbox 360, но... Да? Там просто касса, достаешь оружие, достаешь деньги и уходишь. Ну, ты ходишь, а отстреливаешься. Крутяк.
Так, тут что тут есть еще? Где? А куда она ушла? А, о! Целых 40 баксов. Почему она где-то просто онлайн? Нет, потому что я девушка. Прикинь? Что? Вот если бы я играла за мужика, то это самое, то тогда передо мной бы танцевала раздетая стриптизерша. Ну, как бы только мне в трусиках. Кажется, нет. Да, я уже. Потому что в онлайн здесь. Нет. Юля, тебе говорят, танцуй на подиуме. Я не знаю, твоему персонажу или тебе, но... Да. И тут охранника нету еще, видишь тоже? Чего нету? Охранника. А может, он просто появится по подиуму? Нет, его нету. Это потому, что я девушка. Если бы я играла за мужика, то было все как надо. И я не могу ее соблазнить, как бы. Нет, вон у тебя флирт есть. Ну, флирт, да, но она не предложит поехать к ней... заниматься непристойными делами. Какая-то нетолерантная игра. Точно. Так, зайди тогда в синглплеер, там покажи свой скилл. Он говорит, тебе подскажет, что охранник отходит. Не, ну понятно, что он отходит, но я его что-то не вижу. Но тут вообще. Его нет вообще. Тут даже приватная комната другая. Она даже выглядит по-другому. А может, ты просто зашла в какую-то особенную приватную комнату? Нет, я просто играю за женщину. Я так могу ее лапать бесконечно, это не интересно. Ну это не интересно. Да. Это да. Там пока гибнут всякие игроки. Юля, тут есть несовершеннолетний зритель же. А кто у нас несовершеннолетний зритель? Ребята, 18+, ограничения на стриме. Макс, ну давай будем честными. Ты начал разглядывать голых женщин еще до 18 лет. Но... Я сомневаюсь, что ограничение 18+, тебя когда-нибудь останавливало. Ну, я понимал всю ответственность, которую я беру на себя, понимаешь? Ну, я думаю, у нас такие же ответственные, разумные люди, да. А, Лодзи, понятно. Вы все спалили, ну. Что спалили? Да, нашего несовершеннолетнего зрителя. Вот, видишь, есть просто можно заказать еще один танец, можно там что-то сменить ракурс, это что значит? А. И уйти. Короче, за женщину неинтересно смотреть стриптиз. Интересно, а я могу снять шлюх? Вот это мне, кстати, интересно. За мужика получалось. Ну давай попробуем. Но мне нужно дождаться ночи. Мне нужна ночь. Ребята, челленджи в комменты давайте. Или будет, и нам будет интересно. Что? Это же персонажи лесбиянки. Да-да. Кто там жив? Я не... Можешь женским персонажем. О, вот уже вечереет как раз. Супер. А на шесте там потанцевать нет? Там у тебя нет такой возможности? По-моему, нет. Так, теперь надо активно искать... куртизанку. А как где обычно обитают? Ну где-то вот по дорогам ходят. Это просто ехать и смотреть. На удивление, кстати, на удивление. Вот за все время, когда я играл на Xbox в GTA-шку, что-то у меня даже как-то не получилось не найти, и я даже об этом и не думал. А это же основная фишка игры. Снимать шлюху, ходить в стриптиз-бар. Точно, может мне надо куда-то больше в центр? О, там кто-то дебоширит, уже полиция едет. Так. Шлюхи явно где-то в центре должны ошиваться, нет? А разве не на окраинах? На окраинах? Ну, где в нигерских районах там и все остальное. Ну, а где эти нигерские районы, например? А вот этого вот я не знаю. Ну, где Сиджей раньше жил? Ну, я... ладно, попробуем куда-нибудь сюда. Юля, гоу в приват-сессию, челленджи тебе кидают, пусть. Я послежу, посмеюсь, пишет Тинжой. Это что значит? А я вот не знаю, что это значит. Я тоже не знаю, что это значит. Уже мне надо спрашивать. Приват-сессию, у меня нет PlayStation. Так, ясно, это приличные люди.
там будет такая шлюха, прям шлюха. Прям вообще-вообще? Ну, как бы это будет видно, да. Ну, как бы там сигареты, чулки, все как надо. Угу. Так, ясно, это тоже не тот вариант. Ну смотри, на дорогах последи, может, если ты вдруг заметишь, говори мне. У меня же задержка. Ну. Но это сессия по приглашению, а то я сейчас все, кому не лень, убивать буду. Я смотрю, там игроки гоняют, это тебе вот Тенжой подсказывает. Я не понимаю все равно, о чем он. Ну, видимо, это как бы не игра с игроками, да, такой офлайновый онлайновый режим. То есть ты играешь там с ограниченным числом людей. А зачем мне такой? Ну, чтобы тебя не убивали, видимо, я не знаю. Ну, я не против, чтобы меня убили. Да? Нет, думаю, нет. Так, ну где хоть одна девочка? Как оказывается, в GTA все это не просто сделать. Точно. А в Saints Row 2 можно было раздеться полностью, погулять по улице. Где? Потом копы за тобой гоняться будут. В Saints Row. Ну. А, я знаю такую игру. Это такая долбанутая игра, Женя, ты меня сейчас задавишь, слон. Ой, давай ты сейчас не будешь играть. Атмосферненько же. Тебе нравится, когда Женя играет на гитаре? Нравится, но никогда это меня отвлекает. А так я всегда мечтала, чтобы у меня муж был музыкантом. О, вот это уже что-то по... О, вот это похоже на шлюх. Да, да, это они. Я нашла. Тенжой предлагает тебе присоединиться, отвезти тебя к девочкам подешевле. Подешевле? Uh-huh. А я не могу двух забрать, например. Почему? Бибикой, бибикой. Я бибикую, бибикую. Все, уже одна ко мне села, уже все. Сейчас мы ее отвезем. А потом все деньги, которые я ей отдам, я заберу. Так, только надо это где-то сделать. Ой-ой. Не надо так делать. Надо аккуратно довести шлюху до места назначения. Так. Куда-нибудь подальше ее отведем. Так, вообще надо запомнить то место, откуда я взяла ее. Где это было? Ну, где-то в центре, да, это было. Макс? Аушки, аушки, аушки. А расскажи мне про какие-нибудь, ну, про эти, про другие части GTA. Я же не знаю, я никогда не играла. Это первая GTA-шка, в которую я играю. Там всякие Vice City есть, там четвертый, там третий, первая, наверное, из GTA. Смотри. Изначально была GTA 1. В нее не играл, поэтому рассказать ничего не могу. А кто на ней играл и на какую Соньку она выходила? Она выходила, по-моему, на Соньку первую. По-моему, была на ПК. Если мне память не изменяет. Я сейчас, кстати, загуглю это. Что-то. Да. Ага. Сейчас. Так, Grand Theft Auto выходила. Это песня, да? Кстати, которую Женя играет. Это песня из реальных пацанов. Так, она на ПК выходила, на Game Boy, на PlayStation. А на какой PlayStation? На первый, естественно. На первый? Да. А как она тогда выглядела? 2D-шная GTA? Вид сверху, да. Представь то же самое GTA, только вид сверху. Вот. Так. Потом вышла. А что она мне будет делать? Я же не мужчина. Она у меня что-то сосет, но там нечего сосать. Это ужас просто. Это забавно, сейчас увидишь. Куда я попал?
Я играл в Black Desert, средние века, историчность. Теперь я... А знаешь, какой еще прикол с этим джойстиком? Что? Вот. Ну, когда она вот сосет или что-то делает, она меня вибрирует так дзынь. Ой, это просто... А когда я кончаю, она такой... Так. Ужас. Так. Все услуги сейчас опробуем. Вот это же... Но у меня нету члена. Это бред, конечно, полный. Могли бы разнообразить в этом плане, что женщина, она могла бы сделать что-нибудь другое. Например? Ой, как вибрирует джойстик. Смешно. Так, ну... И последнюю услугу. В принципе, она похожа на вторую, но... Видимо, там... Потом зовут деньги забрать. Я комментарии, да. Ребят, ваши не буду вот эти читать все, потому что... А это жесть. Это жесть. Подожди, а слышно, как джойстик вибрирует? Нет, я не слышу. А, вот слышно. Прикольно, да? Ну, прочитай комментарии, мне интересно-то. Ох, шалунья Юлька. Шалунья. Так. Ну, а все остальное тут нет, ребят. Что? Ну, скажи мне, я все... Женя, попроси, Женя может прочитать. О, 234 бакса отжала. Подожди, почему 234? 170 плюс... Все правильно, все хорошо. Ну, и полиция даже за мной гнаться не будет, потому это что я... Это шлюха, они... На шлюху всем все равно. Не, ну когда ты ее отымел на пляже, ее там... Полиция за нами гналась. Ну никто ж не видел здесь, ты тут на окраине. Ну прочитай мне комментарии, я ж потом их не увижу. Я тебе скриншот сохраню. Ты скриншот все? А почему ты не хочешь читать? Это не цензура или что там? Я... Хорошо, сделаем так. Я просто Жене скину. В скайп. А почему Женя? Ну, я... Как я тебе скину в скайп? Нет, а почему Женя может их увидеть, а я нет? Ну, я их скопировал просто. Ну, у Женя может... Секунду, у меня телефон. Да, алло. Иди посмотри, он тебе скинул, Женя. Слышишь? Ну, пожалуйста. Так, я хочу мотоцикл. Где мне найти мотоцикл? Почитаю комментарии, пожалуйста. Женя. Я пою. Ой, я явно не туда поехал.
смотрю, уже 57 комментариев, а вы мне ничего не говорите, помощники. Так. Тут. Вот и вернулся. Да. Ну, хоть кто-то теперь будет со мной разговаривать. Что? Кто что? Хоть кто-то будет со мной теперь разговаривать. Женя с тобой не разговаривает? Нет, он сидел, пел песни. Да? Я ему говорю, иди почитай комментарии, я пою. Я пою. Ну так что там? Сейчас. Да ничего. Чего ничего? Стропон у тебя, говорят. Так. У меня тут просто небольшие технические проблемки. Так. Почему я не могу найти мотоцикл? Сейчас, секунду, Юля, секунду. Я хочу найти игроков. Так. А, там тупик на или нет? Да, видимо, здесь тупик. Что, я застряла? Сейчас, секундочку. Решаю технические всякие трудности, ребят. Ну, пипец. Вадим, а кому ты предлагаешь-то в пати скайп? Мотоциклы редкость относительная, если говорить о скоростных. Если горных, то есть много мест, где они стоят. Ну, обычный мотоцикл скоростный, да. Ну, как бы редкость, да, но... Я умудрялась находить даже по несколько сразу. Так, ну ладно. О! А вот и один из них. Ха-ха! Хотя не, это какой-то не такой, этот мне не очень нравится. Все-таки. Друнь. Заканчиваю. Вот. Ну просто надо видео одно на рендер поставить, а оно очень длинное, и поэтому это будет очень долго, если это будет делать потом. Вон там еще кто-то на мотоцикле, он мне нужен. Если я в него врежусь, мы оба умрем. Если на мотоцикле врежешься? Да. Все, получилось. Так. Я вообще даже с него не слетела. Да, в гараже есть, я тебе тюнинг. А это тоже какой-то не такой. Тебе обменялось непонятно на что. Зачем, про что, почему. Почему? Вот так, там был классный мотоцикл. Вернись. Ты мне нужен. Вот он, наверное, это то, что мне нужно. Вот, наверное. Сейчас с микрофоном что-то какая-то беда. У меня? Да. У меня беда с микрофоном? Да. Каким? Ну, то, что ты сейчас говоришь, какой микрофон, беда на записи. Чему-то. А, да? Женя, поправь мне микрофончик. Сейчас я тут уйду от полиции и все поправлю. Слышно плохо, как в банку говорит. Говорят. Ой, сейчас. Блин, поправлялась. Сейчас. Да, блин, ну хватит меня сбивать. Ну быстрее.
Так, сейчас я уйду, все налажу. Сейчас я попробую тебя в полиции и все поправлю. Так правильно. А ты когда едешь по вот этой вибрирующей дороге, ну вот по вот этим... Джойстик вибрирует, да. Да? Да. Прикольно. Да, тут все прикольно. С эхом странно, да? Вот я тоже на записи это слышу, то есть что-то есть. Может, это из-за скайпа? Из-за скайпа? Давай перезвоним в скайп. Меня так сбил. Давай. Так, вот так вот. Сейчас проверим. Ты тут? Да. Угу. Сейчас проверим. Две звезды, я так долго уезжаю. А можно вопрос, куда ты едешь? От полиции Хорошо. Ухожу. От полиции уходит. Вот, вот так вот. Сейчас уйду и куда-нибудь поеду. Нужно зарабатывать бабло. Макс? Сейчас, секунду, я слушаю просто запись. А, ну, голос. Ой. Да, вроде нормализовалось. Как присоединиться к игре? Как присоединиться к игре? Ой, Женя. Что? Женя. Чего, Женя? Да нет, он мне просто скинул старые интересные фоточки. Какие? Да это не твои. Успокойся. А какие? А? А? Черный юмор, черный. О, как далеко! Ой, я сейчас буду падать с горы. Это так забавно. Я сползаю. Сползаю. А вот так меня теперь нормально будет слышно? Да, мне нормально. Ну, именно в стриме, проверь. Сейчас. Сейчас поржешь, как я тут с горы. Я не тебе, я Макс. И мой мотоцикл тоже куда-то туда. Это реально забавно. Да, это правда забавно. Ну, просто мне нужно спуститься. Мой мотоцикл улетел куда-то туда. Зато полиция... Да, вот тебе, кстати, я слышно хорошо на записи. Ну, просто у меня микрофон уполз за шею. Так, мне нужно найти мотоцикл. Где он? Он где-то здесь. Он тоже упал, как и я. Позвони на мотоцикл. Позвонить на мотоцикл. А такая функция есть? Да нет же, конечно. Я шучу. Вон он, я нашла его. Как он далеко свалился-то. Ау, Женя, ты... Блин. Ребят, но... там наш подписчик, я надеюсь, что он подписчик, что он подписался на все наше, выявил желание с нами поиграть. Сейчас мы его добавим в друзья. Да, Макс? Да. Все, готово, так что подключайтесь. Все, мы в эфире. Супер. Самое смешное, что я не умерла, и мотоцикл мой в порядке. Все хорошо. Это хорошо. Вау! Ну вот теперь я умерла. А так красиво летела. Все начиналось. Я опять на горе. Сейчас, может быть, я... Ой, сейчас, может быть, я опять попробую упасть с горы. Прыгни. Как? На квадрате. Да нет, это не на такая большая гора. Сейчас я попробую подняться наверх, обратно. И найти какой-то нереальный склон. Так, вот туда повыше. Как она медленно бежит в гору. Жопу отрастила, вот и бежит. Еще на каблуках. Вот вообще. Ой. Что? Нет, все нормально. Все хорошо. Это Женя там тебе что-то кидает? Нет. А ты слышишь, что ли? Что, я слышу, что он тут печатает и... А, нет. А что?
что вы от меня скрываете уже? Все хорошо, Юль, не переживай. Сейчас за тобой вертолет прилетит. За мной? Да, заберет тебя. Привет, Тробро 777. Здравствуйте. Напомни про подписку. Напомню про подписку. Ой, я напоминаю про... Прикинь, я нашла свой мотоцикл. Однако. Однако, здравствуйте. Однако, здравствуйте. Вот это круто я даю. И Женя, твое, напомню про подписку Юли, очень хорошо слышно. Но я не виноват. Ребята, да, надо подписываться, понимаете, надо. На меня, на мальчиков можете не подписываться, на меня можно, нужно. Вот так вот. Мне же нужно с кем-то общаться, иначе все это будет очень неинтересно и неувлекательно. Тоже верно. А так как я женщина, я люблю поболтать, мне нужно много людей. Ну, или хотя бы много общительных людей. Ну, в общем, много. Просто много. Ну, просто много, да. Вау. Вот почему я упала с мотоцикла? Да ладно. Чего? Ну вот, да ладно. Ты не хочешь на мне чмотки? Переодеться? Да. Ну, наверное, так и можно, да? Так и ты что, еврей? Нет. Я не еврей. Что, что, у тебя есть сомнения? У меня же небольшой нос. Шутки про негров? Про негров? Понятно. Ну вот и где я? Я потерялась. И это говорит та, которая не отвечает по внутриигровой связи? Что? Ну, ты говорила, что тебе нужно много людей для общения. А, я же без наушничка. О, сейчас я его одену. А кто там? Тенжой. А, да? Как думаете, скидка будет на GTA или брать и не ждать? Ну, если новогодней скидки сейчас нету, то появится она... Она должна быть уже, скидки рождественские, это такое дело. Алло, я одела наушник, там кто-то тебе есть? Я подключился. Алло. Жой? Алло. Что-то я там вроде слышу какое-то пошоркивание, но нифига не слышу. Прячутся. Не, может, у меня просто звук очень тихо настроен. Во внутриигровой связи. Так, ладно, я вызову такси. О, у меня тут 4. Джеральд. Вот Джеральд мне дал какое-то задание. Вот я сейчас пойду на какое-то задание. Так, Макс, если ты не выполнишь мои требования, то я съем твоего осла и коня выдал, а также Юлю и Жеку. А тебе не подарю подарок на 50-го БДО. Блин, ну это на самом деле как-то устрашающе звучит. А какие требования? Если не секрет. О, я пригласила Тенджо. Тенджо, играй со мной. Поиграй со мной. Ну, приглашен. Входит. Эстрел не входит. Какой-то Орландо... Гарри, Орландо Гарри какой-то зашел. Я хочу посмотреть Гарри Поттера. Кто-нибудь любит Гарри Поттера, кроме меня? Ну, я, в принципе, не без интереса прочитал все книжки и посмотрел. Да? А это мой любимый фильм просто, начиная с третьей части по последнюю. Потому что первые две части, они какие-то очень детские. Я, к сожалению, не могу в скайпе, потому что я в скайпе с Женей и Юлей, и если я присоединюсь, все это на стрим, потому что голос через меня идет на микрофон Жени, там такая сложная система. Поэтому, к сожалению, пока никак. Комментариев так много, а вы мне все не читаете. Так я тебе читаю все, что... Да? Задание подо льдом. Что мне нужно сделать? Убить кого-то? Или что мне нужно сделать? Знаешь, фургон. А где этот фургон? Так, он явно не там. Да стой здесь.
беде со всеми. А, вон какая-то синяя точечка появилась. Лудзин, приятного. Приятного аппетита. Вот мне интересно, так как я женщина, я бегу медленнее или быстрее? Вот на каблуках. Ну, пока что я вроде бы одинаково со всеми бегу. Меня еще никто не перегнал. Господи, как долго бежать до этого фургона? Издевательство какое-то. Да, Лозик, пока-пока, давай, приятных снов. Спокойной ночи. Знаешь, я наоборот бегу первее всех. Я спринтер. Вот, теперь я еще буду быстрее бежать, потому что я бегу с горы. А работает то, что с горы ускоряешься? Да, 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 конечно. В гору бежать гораздо неприятнее. Ну, типа того, да. Как же долго бежать до этого фургона? Там нельзя как-то... Где он вообще, мне интересно? Как до него добежать? Так, в эту гору мы уже явно не поднимемся, наверное. Хотя, ну да, это уже нереально. Поэтому я бегу. Слушай, какая-то дурацкая миссия. Бежишь и бежишь, бежишь и бежишь. Симулятор бега. Да, типа того. По этим горам. Ужас какой-то. А эта синяя точка все не приближается и не приближается. Так, моя девочка на каблуках уже устала. Она уже бежит как-то не так быстро. О, машина. Ну, садись. А я не могу сесть. С другой стороны. Не могу, все равно. Ладно. Допустим, с машины не вышло. Макс? А? Я ничего проверял. Я тут. Не воеву, не Максим, не игроков в сессии. Не воеву, не воеву. Господи, какое непонятное задание. У меня таких еще не попадалось. А, у тебя максимум игроков в сессии. Тебе не войти, все понятно. Держу не войти, потому что у тебя максимум игроков в сессии. Да, там только 4 максимум. Почему-то. Но я его самого первого пригласила, ничего не знаю, не надо было спать. Что поделать? Что поделать? Не знаю, что-то мне эта фраза прям приелась, я же не могу. Да. А какую-то сегодня песенку сказали там. Какую песенку? Как же там? Ам-зам-зам. О боже, не надо, пожалуйста, она у меня очень сильно заедет. Не надо так делать. Вот и мне сказали, я пытался вспомнить, какая же песенка мне должна была заесть, но она почему-то не заела. А вот теперь, кажется, уже заела. Очень и вправду такая паразитирующая, что ли, песня. Так? Как это? Как-то правильно. Господи, ну беги ты быстрее, женщина на каблуках. Почему тут она так плохо бежит? Может, все-таки это не миф, и на каблуках ей сложнее бегать? Думаешь? Ну, давай, давай, плыви, девочка, плыви. Да, меня уже обогнали, наверное, все, кто только можно. И опять она медленно бежит. Да что ж такое? Невыносливая. Так где же этот фургон-то? Кто-то там уже нашел машину. О, теперь я могу сесть в машину. Супер. Кто-то меня подкинул.
Что там за посторонние звуки? Не-не-не, это что там за Black Desert Online? Я пытаюсь нормализовать, обрезать. Сегодня получился такой, такой момент, что на записи, ну, когда начал вести стрим, я убрал, забыл убрать усиление микрофона. То есть, когда с тобой мы общаемся, да, с PlayStation, я ставлю усиление микрофона. Да. Вот. А я сегодня на стриме забыл это убрать, и у меня там, когда я начинаю, ну, я же начинаю, там, всем привет. Да, да. Вот. А я еще что-то так, у меня настроение хорошее, я еще так с интонацией, там, погромче, и там народ, когда включилось, чуть не оглох. Вот, я за это извиняюсь очень сильно, поэтому, ребята, сори. Ребята, сори. Так, теперь мы, я уже понимаю, догоняем фургон. Не понимаю, короче, суть этого задания. Втроем на машине догоняем. Догоняем, мы что-то догоняем. О, да, видимо, догнали. Вот он где-то тут. Кто там уже по мне стрелял? А, это... Подожди, чел, свой. Жду, жду. Давай, садись, садись, человек. Он как он медленно едет, мама. Ты про машину? Про фургон вот этот вот, да. Просто ужасно медленно. Меня убили. Опять? Ну что значит опять? Именно в этом задании. Помогите доставить фургон. Окей, а где фургон? Блин, блин, почему... Да, я с ножиком почему-то. Да ладно, он не умер? Вот, теперь умер. Так. Где наш суперфургон? Желтая точка. Желтая точка — это туда, куда его надо доставить. Ой, ну как так-то? Все, меня сейчас опять убьют. Да что ж такое? Да, меня опять убили. Ну, я не самый лучший стрелок, конечно, в этой игре. Нет жизней? Это что значит? А, у вашей команды, видимо, закончились жизни, вас поубивали. О, боже, какой кошмар. Ну, я теперь знаю, что я буду делать. Ну, по крайней мере, как все надо правильно делать, я теперь знаю. Что сначала надо найти машину, потом доехать до этого фургона. Потом перестрелять всех этих людей. Или угнать у кого-нибудь мозг. Так. Ой! Что это? Нажми на центральную. Ну какую центральную? Ну нолик. Вот, все. Извините, я нечаянно. Я что-то нажала не то, и там, видимо, тормознулся стрим на минуточку. Ну, на секундочку. О, господи, как это убрать? Вроде убрала, вроде не убрала. Ладно, фикс, ничего не придумал. Так. Так, ну и что я смотрю сейчас? Зачем я наблюдаю вообще? Ладно, выйти. Выйти из задания. Нет. А что делать-то? Смотреть, как кто-то играет? А там нельзя? Ну, действительно, менюшка, выйти из задания. Можно выйти из задания? Ну, просто... Я думаю, что его кто-то еще выполняет. Вон там еще синяя точечка, все, все, все правильно. Видимо, нас убили просто в этом фургоне. И сейчас один умный человек из нашей команды, скорее всего, завершит это задание.
Да, вот, доставьте фургон на точку. Да, он теперь сейчас доставит фургончик. Молодец, красава, поубивал всех. Что? Нет, нет, Василий Путин, это тебе привет, привет. Василий Путин? Да. Василий. Нормально так, захожу и слышу стон Юли. Какой стон? Ну, видимо, ты с задержкой чего-то там было. Типа, когда меня убивают, я очень расстраиваюсь, типа, типа такого? Ну, это же действительно очень грустно, меня убили. Все, наш человек завершил задание. Умный человек. Задание пройдено. А мы дебилы, нас всех убили. Прикинь, я получила за это задание 15 штук, почти 16. Это дофига. Да, и уровень еще повышен, супер. Я так и знала, что надо пойти на такое задание. Да, Василий Путин пишет именно про этот стон. Ага, понятненько. И этот человек реально молодец. Если бы не он, фиг бы я получила эти денежки. Так, ну все, значит, надо выходить. Это как раз это задание мне подкинул этот Джеральд, или как его, из телефонной книжки. Макс? Аушки. Да. Мне говорят, просто плохо слышно, я себя сейчас слышу. Угу. Секунду. Да. Женя, ты будешь нормально кушать? Кушать? Ты не голодный? Как так? У тебя похмелье? Ау. Может, купить этот самый турбо-доступ на Twitch? А что значит турбодоступ? Ну, блин, 10 баксов, блин. Ну, у меня как раз на карте 10 баксов есть. Зачем? Вот давай ты сейчас не будешь тратить. Ты уже потратил, блин, деньги на игру, на которую побоялся пройти. Да, на 200 рублей стоит. Ну и что? Ты все равно потратил денежку на игру, которую ты проходить больше не собираешься. Потому что яичишки поджались. Просто смотри, дело в чем. Турбодоступ, да, это тема, это все круто и так далее, и так далее, тема? Но сейчас у нас слишком большие расходы. Почему-то, ну, получилось так, что расходы действительно превысились. Вот Xsplit прикупили аккаунт, монитор, там всякие эти самые игры напокупали. А народу сейчас смотрит 8 человек. Вот так вот. Просто 8 человек. Вот, ребят, как так? Печенька. Поэтому мы поговорим с нашими еще коллегами, может быть, что-то придумаем, поэтому, Жень, лучше оставь на пиццу, а то будешь сидеть. Так этот самый турбодоступ, там же и качество, по-моему, улучшается стрима, не? Да, там улучшается и качество, и можно настраивать качество, и вообще куча всяких прикольных штук, но... Ну вот, это все-таки 10 баксов. 10 баксов сейчас это больше полштуки рублей. Соединение с сессией потеряно. Опять какая-то сетевая ошибка. Да что ж такое последние два дня? Поэтому вот так. Сетевая ошибка выкинула из игры? Угу. Юль, давай, наверное, на этом либо приостановим стрим, давай. Либо... Потому что тоже мне завтра уезжать в область, к сожалению. А мне на работу. А тебе на работу. Поэтому, ребят, спасибо всем, кто все-таки посмотрел. Юля, тебе спасибо за такой вечерний... Пожалуйста. Я все-таки хочу чуть-чуть поиграть в Destiny. Хочешь в Destiny поиграть? Ну, все равно сейчас перезапускать будем. Поэтому смотреть и так далее. Сейчас, Да поиграй бы так. Ну, что тебе стримить это Destiny? Давай на паузу поставим. Ребят, еще раз всем спасибо. Да, всем спасибо. Кто смотрел? Вот Юля тоже прощается. Да.